Инвестиции для новичков. Как начать инвестировать с нуля? Пошаговая инструкция. Инвестиции для новичков. Как начать инвестировать? И инвестиции для начинающих. Я записывал такой же похожий ролик на основной теме под названием «Инвестиции для новичков. Как начать инвестировать с нуля? Пошаговая инструкция». Это как инвестиция для чайников. Что такое для чайников? Это очень сильно подробность. Подробнее инвестиции, даже лучше, чем обычные, как начать инвестировать. Лучше сказать, как начать инвестировать для чайников, чтобы было еще подробнее. Итак, начинаем. Как начать инвестировать с нуля? Первым делом у вас должны быть деньги. Если у вас есть, рекомендую криптовалюту покупать. Самый популярный это у нас биткоин, эфириум для теста, гиткоин и разные коины. Куда еще инвестировать? Рекомендую вам инвестировать в себя. Это в первую очередь, ведь это прибыльно. Вы можете... Есть такая задумка инвестировать в акции. Я вот еще не инвестировал инвестиции в акции. Ведь в нашей стране это недоступно. Но это такая себе тема. Но рекомендую попробовать все темы. Если будете много раз инвестировать в акции, вы уже станете трейдером. Будете то продавать, то покупать коины. Акции. По штучкам. В Тинькофф банке есть такое. Вот что я вам рекомендую. Вот. Насчет себя инвестируйте тоже в себя. Ведь если вы что-то знаете, можете что-то рассказывать. Создавайте разные курсы. И вас будут слушать, или у вас как-то профессия, можете создать инстаграм группу или просто аккаунт инстаграм и рекламировать свои услуги, что вы занимаетесь и чем больше вы занимаетесь и что вы любите больше, это тоже срабатывает. Инвестиции в себя. Куда вложить $100? Я уже записываю видеоролик. Можете его найти в подсказках. Рекомендуется инвестировать в недвижимость, именно безопасно. Куда инвестировать, чтобы была точная отдача и 100% безопасности. Депозиты, что мне надо. В мысли, только нужно выбирать стабильный банк. Есть у меня два банка, нужно выбирать. Или Приват24, инвестиции в депозитах, или Монобанк. Это новая банк, реклама была, помню, в телевизоре. На банк куча была реклам, даже в интернете. Приват24 это стабильная инвестиция. Конечно, рекомендуют все хранить деньги у себя. Ну, если так, то храните доллары у себя. Хоть что там, как я храню. Кстати, на этом я заработал. Я хранил с 13 лет. И прошло 5 лет, 6 и получилось 1000 гривен. От 1000 до 2000. Мало, но безопасно. А на депозитах можно заработать 1000 гривен, 2000? Если вложить 20 тысяч гривен, за 5 лет, за 6 можно собрать. Если у вас еще профессия, то легко собрать. На депозитах вообще дико мало зарабатывается. Ну, смотрите, если мне не верите. Я вложил 1500 гривен на 3 месяца. 3 месяца. И мне 9 гривен дали за это. Там комиссия, военный сбор. Нищим давать там, кто бедный. Вот. И это очень мало. Но если посчитать, то... Сколько там у нас? 20 тысяч гривен. Если вложу в доллары, то это больше времени или меньше? Если посчитаем 1000 гривен, это 20 раз, может меньше по-любому, больше тоже может быть. Так, 20 раз, инвестиция в акции, подожди, даже я запутался. 20, теперь депозит 900 гривен, 9000, 1800 гривен,
считать. Мы заработали 9 гривен за 3 месяца. Значит, 9 умножить на 4. 17. 36. 40. 16 умножить на 4. Это 9 гривен, например, да? 9 на 9. 18. Грубо говоря, ой, я запутался. Ну, в общем-то, депозит это там безопасная зона, но рекомендую доллары для начинающих. Вот, инвестировать. Я инвестирую в криптовалюту. Заработал ли я побольше? Если брать период 5 лет, считать, что лучше? Депозит, криптовалюта или доллара, то на третьем месте, конечно же, хай будет депозит. На втором доллары и на первом криптовалюта. А облигации, да, типа говорим еще по облигации. Если инвестировать куда компанию, получите часть этой компании, 20% годовых. Вы инвестируете. Ну вот ему дают. Вы знаете, что такое облигации, тоже полезная штучка. Инвестируйте везде, чтобы получить опыт. Пока что все. Давайте до следующей инструкции, до второй части. Пока. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я расскажу вам, как заработать на криптовалюте новичкам. Вот, лайк, подписка, значит, вот. Вы просите, можно ли заработать на криптовалюте. Поможет на биткоине, например, да? Да, например, в биткоине функции и заработать можно. А также их... приумножить накопление на 4 раза за 12 секунд. Есть такой сайт, ссылка в описании. Я в нем зарегистрировался, еще не вложил, но говорят, что если вы умеете кликать быстро, да, я думаю, все умеют, и за 12 секунд 4 раза поднять на эфире, на биткоине, разные криптовалюте. Вот. 5 на 1500 долларов на бирже биткоина. Как это сделать? Покупаете на криптовалюте. Вы ждете время. Да, еще, кстати, вы можете купить криптовалюту, если вы не хотите рисковать, купите криптовалюту на год, на два, на три, рекомендую. И если, ну, посмотрите, вам, конечно же, может быть плюс 50% или сок там, или минус. Если минус, друзья, то вы ждите, будет плюс хоть даже 3% за год. Вы заработаете. Они как трейдится каждый час. Не, ну можно пробовать. Только рекомендую прямо сейчас 1000 долларов хотя бы на год. Может быть, 1100 долларов вы заработаете. Да, мало. Но попробовать стоит. Вот. На бирже. Криптовалюты. Так, так, так. Ждите роста или падения. Это как трейдится. Совет, покупайте криптовалюту раньше, даже если вам не 18 или вам 14, да, забыл это сказать. Ведь есть такие люди с такой описанием, где они подтверждают, что им не 18, даже есть 14, и можно покупать криптовалюту. В описании ссылка, можете покупать ее, можно купить и потом продать. Ну и все, в принципе, это же хорошо. Так, на будущее. Какие я рекомендую покупать
криптовалюты. Это эфириум, трано. Подождите, трану, да. Кудено, транкудено, там такие названия, что все. Только эфириум только знаю, получил. Там всякие такие. Покупаете они же там, если они начальные, ниже, например, новую валюту, сразу покупать, потому что это как биткоин в рейсе тоже на 50%. Рекомендую. Например, вы вложите $1000, потом было 1500 заработали, $40 за 3 месяца. Кто знает, сколько он вырастет, или за полгода, или за год, поэтому такая рекомендация. Итак, делайте, покупайте 3-4 таких и на пассиве. Ну, это будет пассивный заработок, тоже можно считать, но не часто, не основная работа, запомните это. Итак, делайте, покупайте 3-4 раза, зарабатывайте про криптовалюту и все. Им еще криптовалюта. Так. Криптовалюта может выиграть за год на 50%. Да, криптовалюта можно выиграть за год, если вы вложите наперед. Снова я все это сказал. Если бы вы купили G-Coin, да, его зовут G-Coin, это криптовалюта какая-то новая, раньше, то вы бы сейчас заработали $12000, если бы вложили $2000 или 1000. Вот так как-то. $1000 вы получили, ну или не 1000, получили бы $10000 за год. $10000. Кому-то мало, кому-то много. Поэтому покупайте. Вообще вложить $1000 на одну криптовалюту. И через год им два раза больше выгодно. На 500 будет долларов, да, другую. Нажение суммы не рекомендую часто сидеть на криптовалюте и трейдиться, потому что это слишком опасно. Но если вы уже научились, то можете попробовать такую технику. Я не умею, вы знаете, да. Тактика: $1000 на криптовалюте и зарабатывайте за год на эфириуме и там на токен коин, там G-Coin. Вот вы бы заработали, можете сейчас вложиться, может быть, он еще вырастет на 50%, кто знает, они же падают, растут. Если вам 14 лет, покупайте такой биткоин в 3, как там его, такое описание, G-Coin и другие там коины, они же крутые же на год. Потом продавайте его, не ждите, чтобы она вырастет еще. Выросла, сразу продали, купили, выгодно будет, а то она упадет. Блин, надо было раньше сделать, скажите, да? Поэтому нужно это делать. И забираете на год автоматически 1000 трейдеров и по желанию рекомендую купить 3 коина, 3 биткоина, 3 криптовалюты, вот, 3 криптовалюты и посмотреть, какая из них выросла, какая из них упала. Смотрите, значит, 3 криптовалюты покупайте. Это классно, чем 2, да? Ну, можете 2, если вам не хватает. Вот, 3 криптовалюты. Одна из них по-любому вырастет, 2 из них упадут. Когда одна из них выросла, вы продаете ее, заработали. Завод, например, вам 14, 13, 12. Вот, а остальные 2. Валюты не упали, некоторые один вырос, один упал, или вдвоем упали, вы снова ждете, они по-любому вырастут. И в принципе в таком возрасте можно заработать. А чем тогда заняться, если будете так делать? Ну, например, много в интернете есть идеи, а это только дополнительный заработок. Рекомендую купить 3 коина.
И этот такой коин тоже есть. Это не вечно. Подождите. Это ненадолго покупать биткоин. Именно S. Криптомайнинг. На один год покупать лучше. Бывало такое, люди с 1000 долларов заработали до миллиона. Поэтому можете тоже заработать с 1000 долларов до миллиона. И так дальше. Ну все вроде бы, да? 1000 долларов до миллиона. Ну хотя бы 1000 долларов в таком возрасте. Всем удачи, пока. Пока. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу вам, как начать инвестировать с нуля. Для того, чтобы начать инвестировать, вам нужно открыть брокерский счет, карточку. Чтобы ее открыть, вам нужно... В России есть куда инвестировать, например, в акции. Чтобы зарегистрироваться в приложении Тинькофф Банк, там есть трое приложений. Она похожа на это вот. Тинькофф Банк, инвестиции в акции. Там акция падает, растет. Ну, похоже как на трейдинг. Но это по-другому как-то. И если хотите подробнее, то в нашем канале есть такой же ролик. Могу еще продолжение снять. Так, давайте уже дальше. Вот, потом вы заходите в этот Тинькофф Банк и зарегистрироваться. Потом идентифицируйтесь, чтобы вы уже покупали. Там заказать новую карточку. Заказывайте, указывайте имя. Если вы несовершеннолетний, то вы можете на кого-то, в принципе. Попросить кого-то. Вот. Все, у вас есть карточка, вы можете уже инвестировать в акции. Какие акции там есть? Есть все акции. Включается Google, Facebook, ВК, ну, Instagram тоже, все. На Instagram, конечно, я вот не знаю, есть ли там или нет. Я не пользуюсь Тинькофф банком. Если вы знаете, что Instagram есть, то напишите в комментариях. Будет тоже интересно. Ведь у меня его нету. Такого банка в нашей стране, чтобы я зарегистрировался. Вот, я поэтому не пробую, вы можете попробовать. Это в России, а с Украины только на криптовалюту можно покупать. Фондовый рынок вроде бы. Нет, еще можно, кстати, да, в акции покупать. Только там сложнее, там нужно больше период выбирать. Но тоже есть такой шанс. Если хотите подробнее, то расскажу. Вот, я ее скачал, она у меня на телефоне, могу показать потом только. В следующем ролике. Если постараюсь, если наберете много лайков, что я знал, и напомните мне, как она выглядит, приложение. Там есть такой защитный квадратик, ну как квадратик, защита просто, так вот, в мультфильмах, мультиках защита, вот, белая защита, фон синий, ну, может быть, он будет по-другому отличаться, но похоже на это вот. И оно так называется... Может, не полностью. Инвестиции в акции пишите в Play Market, находите по рекомендациям, найдете, думаю. Вы можете инвестировать, если вы с Украины тоже. Вроде все ответил, если что-то я пропустил, если вы с другой стороны, у вас что-то нету инвестиций в акции, то напишите, мы найдем сайт. Ну или надо переехать в страну и там уже верифицироваться, чтобы были данные. Или с кем-то подружиться. Вот, в акции есть криптовалюта, тоже сам похоже на эту тему, там легче, чем в акции, но там меньше можно заработать, но кто-то зарабатывал миллионы, это тяжело, если уже прошел тренды биткоина, коинов, эфириума и так дальше. Возможно, в будущем будет еще расти криптовалюта. Ну, попробуйте тоже вложиться. Я уже записал ролик, как вложить криптовалюту. Можете поиск найти. Криптовалюта Max Risk. Или там, похоже на эту тему. Вот, криптовалюта есть. Инвестиции есть. Трейдинг. Это прям все это про инвестиции. Криптовалюта.
Ну, вроде бы все. Покупайте. Вот вам, типа того, до А, до Я. Если я, брату, что я не сказал, напомните. Могу, конечно, вообще все подробнее это сделать, но этого нужно хорошая, прям качественная камера и все остальное. А пока этого достаточно для того, чтобы образно это все сделать. А дальше нужно попробовать самим. Всем за просмотр, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока. Криптовалюта, покупаю биткоин, эфириум. Какую криптовалюту купить и что это значит? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот, я недавно покупал криптовалюту биткоин. Он сейчас вырос, хотел вот прям сегодня продать. Нет, он вырос, поэтому я жду, когда криптовалюта вырастет снова. Я продам. Точнее, я хотел купить его, да. Я хотел и купить криптовалюту. И то, что если я хотел ее купить, то значит я заработал на ней, да? Вот, я и заработал очень мало, ведь я инвестировал 1000 гривен. Ну, меньше 1000. Ну, примерно 1000. В рублях там 2500 рублей. Это, если у вас есть деньги, то вы можете инвестировать, это выгодно. Это также и круто, ведь через 2 недели проверяйте. Может, это каждую неделю, но я еще такую тактику не убираю. Я тактику убираю каждые 2 недели проверять. Инвестировать в криптовалюту можно с любого возраста, с любой страны. И если у вас есть какие-то проблемы, напишите в комментариях, я вам отвечу. Ну и запишу видеоролик. Потому что я думаю, все могут купить криптовалюту. Это выгодно, наверное, чем доллар. Ну и, наверное, так. Я еще не проверял. Вот могу проверить, что выгодно, доллар или криптовалюту. По-моему, криптом. Эфириум можно. Я сейчас куплю только криптовалюты. Насчет эфириума вам нужно другой сайт. И только там на этом сайте только биткоины. Покупать и хранить. Это сайт для того, чтобы покупать и хранить. Но я использую покупка-продажи. Покупка-продажи. Он не скрытный сайт, я снимал про него ролик, можете найти. Это первое видео с моим лицом было, когда я еще не снимал такие влоги. Так что можете найти. Да, типа того, фондовый рынок. Инвестиции в биткоин, криптовалюта, эфириум, коины, диткоин. И это выгодно. Насчет акций. Сейчас у нас тема про биткоин. Именно инвестиции в криптовалюту. Выгодная тема. Рекомендуем, как это сделать. У нас есть, кстати, курс по данной теме. Вот, у меня еще возникла идея сделать курс, страницу. Страницу для нее. Как социальных сетей, как сайт, как там. Ссылка будет в описании. Вообще я поставлю курс для инвесторов. Или создать курс инвестиции в криптовалюту. Там зайти в курс данный, вход через Google, ваш аккаунт, который смотрите данный YouTube канал, ролик. Безопасно, никто не взломает. Да, никто не взломает. Вот, входите. Там куча кнопок. Так, там обычное управление. Можете посмотреть, обзор сделать там. Так страшно, презентации насчет этого я не умею делать. Ну, умел делать, да, я делал презентации. Но мне не нравится делать их. Я потом сделаю. Пока у нас там есть картинки, ссылки, тексты. Ну, стандартно. Вот. Инвестиции в биткоинах тоже потом пишу. И поподробнее тоже напишу. Ссылка в описании. Инвестиции в биткоин, эфириум, коин, диткоин. Торткоин. Да, такие есть. Если вы зайдете в Тинькофф Банк, или же вы зайдете в украинский криптовалютный кошелек, я там смотрел, ну, он общий, глобальный, с Украины тоже можно. Вот, верификацию проходите, можете на кого-то. Вот я не пробовал, как там все это делается. Но вроде бы проще. Я пробовал только, там нужно писать номер кошелька, именно карточки, номер карточки. Ложите все вроде бы, да, и все, ничего такого страшного.
Там, наверное, нужно войти как-то. Нужно посмотреть. Вот будут деньги, вот туда можно влаживать. Пока ничего нет, тогда можете ждать. Почему бы нет? Вот так можно инвестировать в криптовалюту. Всем спасибо. Просмотрится Макс Риск. Кстати, справа вот тут у вас есть такая значочек, тоже будет на YouTube. И справа рекомендации к роликам. Если у вас такое будет, нажимайте на мои ролики, где-то с моим лицом, там тоже поподробнее рассказано про инвестиции в акции, инвестиции в трейдинг, что такое трейдинг и всякое такое, облигации, это письменный вид там, я его никогда еще не встречал, посмотрим, но он такой безопасный, потому что вам, наверное, возвращает того, что если компания разорилась только чтобы облигацию купить, нужно было много денег, как я понимаю, где-то минимум $1000, ведь облигация там подписать это все дело, чтобы эти деньги компании, это конечно Марокко, но не получит, если вы много инвестируете в них, например, на 10-100 тысяч долларов из 100 участников, это ж круто. 100 тысяч долларов, 100 участников. Они смогут взять мало, может быть, хай 1000 участников, это будет у них 1 миллион долларов. О, это уже покруче. Так что у них есть шанс, но 1000 долларов не у каждого есть, так что проблема, как и заработать дополнительный доход, потому что вы покупаете, да? Можно так сказать. Всем удачи, пока. Итак, все про трейдеров, часть 2, вы не просили, я сделал. Вот, в моем трейдерском карьере было так, так и взлеты, так и крупные падения. Но я всегда умел собираться и продолжать работу. Я прекрасно знал, что торговля на рынке, я уже прямо не из текста читаю, а листки, а с телефона. Это не только хороший доход, но и немного умение риска. Ну, маленький риск я буду. Потом перепишу. Начиная торговлю с рынка в 2016 году. Я только про нее узнал. Хай будет так. Возможно, пишите комментарии, меня снимать третью часть в таком формате. И тогда мне хотелось все познать, попробовать на практике различных торговлях стратегий. Это как стратегия на ставок. Я буквально всхлеб, читывая историю успеха других трейдеров с мировым именем. Но в дальнейшем я понял, что лучше учиться на этой земле, чем опыт, который вы получаете во время работы. Вот так вот. Ни один учебник не расскажет вам о подвигах, подводных камнях, как заработать быстрые деньги. Ну, сейчас интернет, поэтому. Которые ждут вас в практичном деятельности. Это именно всех сферах жизни. Я не буду скрывать их немного, и чтобы добиться успеха от трейдера, требуется не только усидчивость, но и максимально концентрированное внимание. Заговорился. Концентрированное внимание, а также умение держать себя в эмоциях под контролем. Вместо того, чтобы входить в рынок всякий раз, когда ему просто находится сидеть без дела. Да. Если вы таки начинаете свою работу трейдингом. Трейдинг, я уже рассказывал первую часть. Я думаю, ссылку я оставил в описании. Если не оставил, напомните мне в комментариях. На этом рынке могу пожелать вам только одного терпения, потому что поначалу будет трудно, но я надеюсь, вы знаете, которые
вы получаете в этом уникальном статье, стану для вас неплохим. Подождите, когда я иду, у меня как-то кружится это все. Стану для вас неплохой подсказкой. Не, давайте так. Станет для вас неплохим подарком. Так было классно. Потом это перепишу. Если хотите, то это вам все напишу в описании. Еще один важный момент. Огромные преимущества торговли на рынке считается неограниченный заработок и возможность быть самым себе начальником. Ну, похоже, да. Вот. Это опыт получаете в лидерстве. Как будто это типа то ваша компания. Впрочем, хватит слов. Переходим к делу. Я расскажу, что на фриланс, хотел сказать. Вот вспомню тему. Трейдинг и фриланс — это разные вещи. Давайте расскажу хоть при нем. Фриланс — это человек, который знает тоже про трейдинг, только немного. Это как другая специальность в университетах, разные специальности. Также и тут фрилансер и трейдинг немножко похожи. Кто из них лучше, я еще не знаю. Про фрилансера я еще не могу сказать. Если хотите, то я про нее напишу тоже. Типа то статью. У нас, конечно, нет такого сайта. Но я думаю, создам про будущий сайт. И такое все буду напишу. Это все, все, все. Даже про это, если уж и понадобится. Тут как-то так. Вот вы подходите к обменнику и выделяете на экране курсы обмена для различных валют. Да, это как доллар, трейдинг долларов. Это вам не акция, это вам не акция, это вам трейдинг. Опасная штука. Я уже рассказывал про нее в первой части. Ссылку оставлю, конечно, в описании, если получится. Постараюсь запомнить. Сейчас. Вот вы подходите к обменнику, так я тоже читал. Например, вы видите японский инену. Инену. Есть такая японская валюта. И думаете, ого, $1 стоит аж 100 иенов. Да, это японская валюта. Не знаю, настоящий или не настоящий, я в Японии вообще не был. Если хотите, что я там полетал, узнал, какая там валюта настоящая, то вписал в интернете, нашел, не знаю, настоящий или не настоящий. Бывают обманы. 100 аж 100 юнитов, а у меня есть доллар один. Именно один доллар у вас есть. Да, я богаче. Да, вот так вот. И таким образом вы уже косвенно участвуете в рынке. Можно сказать, что вы обменяли одну валюту на другую. Да, типа того, обмен валюты. Или в терминологии. Это понятие. Вы продали доллар и купили иен. То бишь токен, но токен там много криптовалют. Я думаю, в Китае есть токенская валюта, в Беларуси, в Казахстане, всяком такое. Ну, дальше, наверное, такое вот. Да, Токио, город, дорога. Дорогой. Это в скобочках я отметил, расскажу вам. Тут вы замечаете, что обменный курс изменился, то вы покупаете вы и продаете. Ну, вроде все. Дальше уже это очень подробности. Если хотите, то я в описании это все скину.
Всем за просмотр, с вами Макс Риск. Вот про трейдинг немножко рассказал, вторую часть, третья часть тоже может выйти. Пока, продолжаю другие ролики снимать. Пока. Пассивный доход 50 тысяч рублей в месяц на инвестициях. Сколько нужно денег и времени для этого? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу, сколько нужно денег. Можно даже с нуля начать. Даже если вам нет 18, тоже можно, но у вас есть много ограничений, но тоже можно, в принципе. Если вам больше 18, то вы можете заниматься своим хобби. Вот вы сейчас работаете на работе, одновременно можете дома заниматься своим любимым делом. И вам, возможно, вам будет приносить денег. Дизайнер, например, хоть даже один заказ в день, монтажер, вот, и так дальше. Или про продажи товаров, сказать, давайте встретимся, и это потом вечером, если у вас там нет времени днем, если вы по полной программе работаете, то есть шанс. Да, также можно, легкий способ, это купить криптовалюту и ждать, ну сколько там лет, 18 лет, чтобы накопить 6 миллионов рублей. И тогда вы сможете заработать 50 тысяч рублей. А как это происходит? Это тоже сложный вопрос. Желательно сразу открыть хоть какой-то кошелек криптовалютный. Может, я уже рассказывал, как это делается. И какую тоже, в принципе. Вот. И, в принципе, можете купить криптовалюту на 18 лет, и посмотрите, биткоин вырастет 18 лет, ну или эфириум, коин, дедкоин, и торт, такой есть биткоин, и так дальше. Ну, на новых нежелательно, желательно на старых. А еще есть акции с трейдером, нужно быть трейдером еще, есть еще трейдинг. Трейдинг это... Нужно время на это. Если вы уже работаете, то вам нужно тогда или криптовалюту, депозит тоже, в принципе, но желательно какую-то криптовалюту сначала там, например, и вы поставите таймер себе на телефоне. Я думаю, что когда последний раз меняли телефон? 30 лет назад? Сколько там? 20 лет назад? Вот сколько вы меняли телефон? Тогда разделим на 3 хотя бы, например. Вы 15 лет меняли телефон, разделяем на 3, калькулятор поможет вам, будет уже 5 лет, через 5 лет вы меняете криптовалюту, покупаете сначала хорошую криптовалюту, эфириум, ведь 5 лет это мало, биткоин не может вырасти через 5 лет, ну может, ну, сейчас как-то 2021 век, а будет 2026, да, вот, я что-то не верю, что биткоин вырастет. Что-то будет другое расти. Ведь уже кризис уходит. Значит, все. Еще что-то другое будет. Какой-то новый коин будет идти в будущем. Так что рекомендую коин закупить. Вот. Этим мы разобрались. Эти темы вы можете, если прям так сложно, накопить, да, откладывать. Есть такой старый способ. Лучше криптовалюту хотя бы. Хоть в минус, хоть в плюс, даже очень рискованно, но даже может вырасти. Может сейчас заходить туда, возможно она вырастет на буквально 200 долларов, сразу опа, она вывели. И в вашем кармане 200 долларов. Но она не быстро вырастет, буквально через там 6 месяцев, может даже 28 месяцев. Вот как-то так примерно. Можно еще, если у вас любимое дело, создавать сайты, дизайн, делать сайтов, тоже можно предлагать услуги, написать всем авторам, что я умею. Вот, смотрите, поподробнее можно написать. Могут игнорить. А вот если вы на английском напишите, на других авторов, если переводчик поможет вам в этом, то в принципе станет легче. Там много, наверное, ответит.
Да, они отвечивают этим русским, и они могут вам помочь. Немцы тоже отвечают. Кстати, также с ним общался. Да, отвечают. Они активнее, чем англичанины. Вот и с немцами, они же вообще там страна другая, поэтому я с ними общался и помогло мне. А с одним общался, может быть, со вторым, не помню, третьим. Ну, они хорошие, отвечивают. Так что пишите немским ютуберам, немским дизайнерам сайтов, как-то договаривайтесь, ищите их данные, пишите в интернете, как найти человека, как договориться с ним, сайты немские, перевод, чтобы найти фамилию, имя, хотя бы хоть что-то. Хоть имя давайте, пишите, сможете договориться им о товаре. Сделайте 150 заявок за 3 месяца, думаю, это возможно. Нечто получится. А чтобы было легче, записывайте себе, вот как я, в листик. Даже такой есть листик. В общем, записывайте себе это все. Можете написать просто на квадратики, крестики. Или просто логику построить такую стрелку, потом через стрелку и круг, квадрат. Именно какая-то игра смешная, змейка получится. Это сколько дней пройдет? 28 плюс 28 и так дальше. Должно быть хотя бы 3 месяца, 6 месяцев. Я думаю, змейка получится у вас на 8 месяцев, даже может быть на год. Один листок на год, вот прикиньте, это же классно. Хоть полгода, это полгода один лист у вас будет. Это ж не жалко. И вам поможет... Это будет, значит, там крестик стоять. И вы можете расписать квадрат. Это значит, у нас будет и писать, искать клиентов и писать им. Второй круг, это значит, у нас будет создавать свое хобби, дизайн, там монтаж. Стрелка у нас будет писать иноземцам, немцам, на немском хотя бы, они отвечивают англичанинам. Русский мы уже говорили про это, да? Вот и все. Тактика рабочая, попробуйте такую, хотя бы буквально полгода, получится результат. Можно за 3 месяца, если ускорить темп, то да. И, в принципе, за 18 лет... Чтобы вам такой доход приносить 50 тысяч рублей, то нужно еще постараться. Он будет вам приносить пассивный доход. Да, я же сказал пассивный доход. Чтобы был именно пассивный доход, нужно иметь какую-то свою аудиторию. Можно. Ведь сейчас будущие контент-мейкеры сейчас за какие-то вещи. Например, дизайн, монтаж. Посмотрите примеры в интернете. Вкладка видео, Google, Яндекс. Как вы смотрите с этого видео? Посмотрите на вашем сайте. Этом сайте. ВК там. Facebook. Выложить данный ролик, чтобы было полезно и там. Вот. И в принципе найдете ответ. Посмотрите пример, подписывайтесь на них. И в комментарии запишите вот такой вот. Зайти о подписках и посмотреть, что он делает. Я тоже так делаю, вот сейчас записываю. Это не мой контент, именно на полное название. Но у меня есть идея очень хорошая для вас. Больше, наверное, чем хай будет у соперника. Или как там его. На кого я подписан? На него я подписан. Я его смотрю, вот я сделал такой же сам ролик. Можете посмотреть, что у него там. Но выход такой. Несколько выходов. Вот, а если вам уже нет 18, то вы знаете, что делать. Если вам 11, то некоторые люди сдают крутые монтажи. Дизайн у них немножко вам не такой крутой, ведь 11 лет нужно будет постараться, а монтаж там попроще, какие-то мастер там такое приложение легко делает монтаж прикольный, дун-дун-дун, и получается хорошее. Я, кстати, я помню, очень сильно помню, мне предлагали это все
когда мне было 15, 14, 13 лет, мне предлагали. Это было круто. Монтаж. Я думаю, вау, как он это сделал. Майнкрафт монтаж. Я даже не помню, как я это делал. Как они меня нашли? Вот они находят меня. Вот вы можете находить. Они как-то меня нашли. Я создавал контент на YouTube. Потом бах, мне заблокировали за то, что я за авторские права. Ролики пропали, все. Ну, некоторые остались, я там все выложил, но не все. Некоторые выложил, когда мне было 14-13. Я там 4 года назад, получается, 14-13 вообще никогда не было. Да, очень обидно, что оно пропало в воздухе. Вот. Вот так можно начинать. Один лист, если 4 года пройдет, у вас будет 4 листа, можете пересматривать, смотреть, что вы раньше делали, может потом в будущем измените свои варианты, поможет вам. Если что-то не сказал, пишите комментарии, какой у вас 8 доход, что я могу вам помочь. Да, сделать мне следующий ролик, могу продолжить, могу рассказать еще кое-что новое. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск, всем удачи, пока. Слева, справа, слева, внизу, справа, внизу, есть такие подсказочки, нажимаете, смотрите данные видеоролики, полезные и выгодные, пока. Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня я расскажу вам, можно ли заработать на трейдинге. В принципе, если вы новичок в этом, то ничего не сделаете, будете много проигрывать. И поэтому нужно хотя бы хоть что-то, ну и узнать про трейдинг, а потом уже влаживаться. Сейчас я без листка, поэтому мне очень сложно трейдинг. Чтобы трейдиться, нужно экспериментировать много раз, влаживаться в ту валюту. Вы трейдите именно какую валюту и что вы трейдите, тоже очень важно. Есть трейдинг доллара, да, есть такой вроде бы. И в телефоне смотрю, да, есть такой трейдинг. Также есть трейдинг компании вроде бы. Или это акция, биржа. Биржа другая, акция похожа на это тоже. В общем-то, кто знает, напишите в комментариях. Если хотите трейдиться, то вам нужно экспериментировать. Для того, чтобы трейдиться, хотя бы нужно 1000 иметь долларов. И 100 долларов. Там у вас получается 10 ставок в трейдинге. И вы смотрите, если это повезло, то трейдинг можно еще повести, поэтому еще вложимся 120 долларов, если вы заработали 105 долларов. Так, возможно, вы отобьете. Также, может быть, он упадет. Ну, трейдинг еще есть за время, еще есть без времени. Если говорить о трейдинг времени, то вам нужно внимательно следить, как доллар падает в 10 лет назад, 20 лет назад. И также трейдинг, какая-то валюта, акция, что падает. Вот так вот. Например, сейчас 2021 год. Например, доллар был кризис вроде 2009-2007. Вот прошло, потом влажу через короткое время, нужно покупать, потом как-то он вырастет. У трейдинге сложно влаживаться. Рекомендую экспериментировать. Я почти аж не умею это делать. И я не рекомендую делать, но если вы стоительно хотите, то попробуйте. У вас можно есть попыток сделать. Вот. А если вы уже не хотите, то рекомендую на криптовалюту, там легче. Вот криптовалюта это легче, вот честно, акции легче, чем трейдиться. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Там нужно кликать и успеть. Выиграл или проиграл. На одну минуту там, ставлю ставку 5 минут, он вырастет, или 5 минут он проиграет. Также это рассказываю, что такое трейдинг, тоже все про трейдинг. Давайте уже все расскажу.
Вот, лучше, конечно же, акции, криптовалюта. Но лучше, я пока что считаю, это акции. Ведь криптовалюта то падает, сейчас падает, поэтому еще раз не рекомендую криптовалюту. Наверное. Вот акции рекомендую. Пока есть акция топ-1, вторая занимает криптовалюта, третья занимает трейдинг. Трейдинг сам. Да, вот, ну, вроде бы все, трейдится, время, ставка, 10 попыток, можно создать другой аккаунт, реферальная ссылка, дополнительно, если вы будете становиться сообществом ВК, говорить, вот, смотрите, трейдись так вот, вот моя ссылка, то реферально, не переходи, там тоже получаете, если есть на сайте такой. Зарегистрируйтесь на много сайтов, если у вас $1000, то нужно сначала узнать, какой именно сайт подойдет, потом пробовать 10 попыток там. Если получится все, то там побыть. Если не получится, давайте так, если получится все, вы доставляете там доллары и типа того даритесь. Вот, есть другие еще сайты, тоже можно вложить там хотя бы $200 на хотя бы на 2 попытки, но 3. 3 можно сразу проиграть, хотя бы 2, чтобы окупиться, если вы у вас немного денег. Не, ну должны у вас быть деньги. На этом нельзя заработать легкие деньги. Это очень рискованно, если у вас есть бюджет, запас. Такой запас. Если у вас его нету, то не рекомендую. Рекомендую на акции. Если у вас нету. Почему именно акция? Так потому что на год, на 2 года, на 5 лет она растет, она падает. Например, Tesla. Вот, сейчас она выросла. Вот сейчас покупать ее нет. Вот когда упадет, купите. Например, 5 лет назад, 5 лет вперед. 2026 покупаете. Потом еще 5 лет проходит, вам уже, например, вам 10, потом уже 20. Наверное, я переборщил, да? Ну, смотрите. Ну, или вам 20, потом 30. И вы вложите $10,000 в нее. То, в принципе, можно. С 10 тысяч, 100 тысяч. Думаю, до миллиона. Или полмиллиона. Ведь много, наверное, нельзя в компании. Но это компания, это лучше. Нет, криптовалюта вложивать можно больше. Поэтому, если у вас много денег, очень-очень-очень, то криптовалюта. Если у вас средний, то акции. Если у вас низкий, то не рекомендую трейдиться. Это крайний случай для бедных. Но если вы не научились, то учитесь как-то в этом. Ищите, ищите, ищите информацию в интернете. Как они трейдятся. Трейдинг, трейдинг, трейдинг. Это сложная вещь. Я не выиграл так часто. Были такие случаи, но я много не играл. Если у вас есть зависимость, то трейдиться вам запрещено. Это очень опасно. Вот, биткоин. Ой, сейчас хлопцы биткоин, эфириум. Просто делал ролик, поэтому вспомню про этот видео. И я вам тщательно рекомендую на биткоин, на акции. Вот и все. Вот я сейчас только дело в том, что да, если вы из страны России, то да, у вас есть акции. Если вы из страны, например, Европа, как ближе к Украине, а на центр говорят некоторые. Вот, есть еще центры другие страны, давайте поговорим про Украину. Вот, у них есть сайт, это ставка на футбол. Там тоже тяжело, я уже разбирал про эту тему. Разбирайтесь, тоже можно победить, ну и проиграть тоже. Это не акция, очень обидно, да. Вот, а если вы из Украины, то вам тяжелее эту акцию покупать. Я еще не нашел способа, но я найду, обещаю, поэтому подписывайтесь на канал. Я найду способ для украинцев тоже. У нас тоже Украина смотрит, 30% вроде бы. 40 России, 30 остальных иностранцев. Язычные там тоже лидируют где-то 9% и так дальше. Дун-дун-дун-дун-дун. Наверное, как-то через переводчик переводится. Вам хоть там субтитры показываются, все правильно вызвано, названо, все, слова хотя бы, все слова, что было понятно. Вот, акция в Украине, вот это тяжелый вопрос. И кто знает, напишите в комментариях, найду какой-то ролик, возможно, и
разберу эту тему с вами тоже. Или же в поисках, или как-то его найти. И кто-то мне скажет из вас, а то как-то мне узнать ее. Ведь много кто у нас подписчиков с Украины. И часто мне пишут именно они. Поэтому я им хотел тоже бы помочь. Так, потом эту тему разберем. Акции есть, криптовалюта теперь. Так, криптовалюта, записывал ролик, что вот, да, записывал. Я не буду говорить, поэтому посмотрите ее. Там, может быть, она вырастет, эта криптовалюта. Одна, 10 этих вот. Вот, например, у вас $1000. Вы там трейдинг, да, $1000. Вы можете попробовать 10 трейдингов. Я не то сказал. Жди, там же можно один раз встретиться. Или можно несколько. То и то можно. Рекомендую несколько, чтобы попробовать быстро получить опыт. Дальше криптовалюта. Тоже рекомендую 10 криптовалют, и будет прикольно. 10 криптовалют купить. Я не то. Одна, вторая, третья, четвертая, до 10. Это 6, 7, 8, 9, 10. И акции прикольно. Но акции нужно где-то, может быть, 8, но 10 там много. Но если есть шанс, покупите. Рекомендую, если хотите много, то криптовалюту много купите, чем акции. Ведь акции, эта компания, большинство падают. Поэтому вы можете быть в минусе. Если вы на количество работаете и хотите работать, то криптовалюта. Если вы хотите один раз... Трейдинг опасно, ведь, ну, попробуйте тоже. Кстати, если один раз, то если у вас много денег, то вы можете $1000 выиграть, ведь большая сумма может быть большой выигрыш. Маленькая сумма — маленький выигрыш. Вот такой может быть. И 50 на 50 ставка, так и все такое вот. Вот. Поговорим по этой теме сейчас. Если одну попытку пробовать. Если 10, то криптовалюта. Акция. Тоже можно, если вы фанат данной компании. Если вы не фанат, вы ничего про это не знаете, то вам будет очень тяжело доверить свои деньги этой компании, чтобы она выросла. Свои продукты там, например, у них там Tesla, например, машина у них там. Если эту крутую машину там заработают, то сразу компания Tesla увеличится, и некоторые люди заработают на этом. Кто вложил в эту компанию, только я тоже не понимаю, как они это делают. Но, скорее всего, ведь откуда у человека миллиард долларов? Вот кто-то в эту компанию влаживает, зарабатывает он некоторый процент маленький. Ну, хоть что-то, да, согласитесь. И ничего так не делает, поэтому это классная идея. А он получает из-за ваших доходов, забирает их, наверное. Или так банк выделяет, как-то банк это оставляет, банк это выделяет, делает деньги. Счет электронный, всякое такое вот. Так, а теперь про акции одну попробуем. Акции и три акции. Это еще под вопросом. Но есть фанат, я вам сказал. Пойти. Одну акцию. Если это не фанат, то лучше 3, 5, 6. А то одна — это будет опасно. Вы вниз войдете. Компания же вниз может пойти. Вот, криптовалюта. Сказал. Ну все, вроде. Всем спасибо за просмотр. Сам Макс Риск. Подробно все рассказал. Рассказал. Напишите, что-то я еще не сказал. Доскажу в следующем видео. Пока. Фондовый рынок. Инвестиции для начинающих. Тренинг инвестиций. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот такая вот тема. Начнем с фондового рынка. Что это такое? Это включает в себя трейдинг, криптовалюту, финансовые инвестиции в интернет. Это в общем. Вот, инвестиции. Это инвестиции в что-то. Можно в криптовалюту, можно в акции. Это какую-то компанию. Можно в компанию, можно в акции. Одно и то же самое. Одно и то же, хай будет. Вот, есть в маркете банки, которые предлагают вам инвестировать в компании, например, Google компания, она стабильная. Да, можно просто их вложить за деньги и все.
и храни туда их, и возможно вы увеличите свой капитал, чем на депозитах. На 10% депозит на годовой. Это мало тоже. Вот если смотреть Google статистику, да, про акции, возможно, она вырастет в 10% даже больше. Это как депозит в Google компанию, в акциях, в другую компанию, Яндекс. Вот насчет Опера я не знаю, но там должны быть все. Именно кто желает там. Зарегистрировал, если как там происходит. Ну, пока что я знаю, что есть Facebook. YouTube тоже не знаю. Это все в Тинькофф банке. А как с Украины и в других странах? Есть отдельное предложение инвестиций в акциях. Я могу записать где ролик, если вы напомните мне в комментариях. Вот, напомните, пожалуйста, и я запишу. Значит, мне нужно с телефона взять и вам показывать одновременно. И показывать вам, как зарегистрироваться и всякое такое. И название приложения в Play Market. Тоже можно с Украины, в других странах тоже. Все могут в акциях инвестировать. Это хорошее вложение, инвестиции. Если лишние деньги, не знаю, что инвестировать. Сначала узнайте, что вам нужно. Последние деньги ваши. Какой у вас пассивный доход? Ежемесячный. Если это ваши последние деньги, то инвестировать это, конечно же, очень опасно, риск высокий. Лучше же фондовый рынок, точнее в акцию какую-то. И все. Вернее, стабильную. И через год у вас прибыль будет. Потом вы сможете купить машину, квартиру, если вы на это купите. Если нет, то акции это в долгосрочной перспективе. Можно, конечно, через месяц продать, ведь они могут расти и не расти. Это криптовалюта вроде бы. И акция тоже она, кстати. Это трейдинг, точнее, да. Это трейдинг тоже нужно много класс. И акция тоже так может вырасти, кстати. И упасть тоже. По большому счету. Лучше 10 акций купить. Это по другой теме. А если вы хотите просто сохранить деньги, допустим, ваша цель купить какую-то машину, квартиру или что-то очень дорогое, участок, дом, то лучше же инвестировать в акцию большую. Google, Facebook, где вы сидите, ВК тоже есть, но она уже нестабильна. Я так подсматривал. Рекомендую. Google сейчас растет, интернет растет, вот через 20 лет, но это, наверное, много срок. Но если можно, если вам 18, то уже, в принципе, 20-38 лет вы сможете уже купить на 100%. Если попробуете, не сделаете такое правило. Но можете через 5 лет, если Google вообще-то вырастет. Это безопасный способ. Это безопасно, без риска. Только если вы следите за то, что аналитика, если там есть аналитика. Я вот не слежу за этим, но я знаю, что должен Google быть таким вот. Расти. Может, он упасть там на год. 2028 год упадет. Вы сможете подождать еще один год. Можно он вырастет, вы продадите. То, что вы купили акции, бабах, вы уже выросли свою прибыль. Вот так вот инвестировать туда можно для начинающих, которым вообще не хотят. Я тоже так хотел бы поступить точно. Но надо подумать. Я попробую показать вам об этом. В следующий раз возьму и покажу вам. Будет сложнее, но покажу. Можно инвестировать в криптовалюту, это уже такая же тема. Давайте подробнее тоже расскажу еще раз, когда закончится ролик. Слева, справа, слева, внизу, справа, внизу есть такие подсказочки. Нажимаете, смотрите данные видеоролики. Там я тоже записывал про криптовалюту, и на наш канал нужно идти. Вот, криптовалюта тоже очень выгодная. Ведь есть коин, который вырос, и криптовалюта, биткоин вырос, и эфириум вырос таким ростом. Они могли тоже упасть. И
Вот, сейчас он упал. Стоит ли покупать криптовалюту? Это же будущее, говорят. Но как мы знаем, есть конкуренты, коины лучше, чем криптовалюты. Так что тут лучше подумать. Акции, трейдинг — это опасная штука. Ну, если попробовать, то тоже можно заработать. Но тренинги нельзя заработать много. Ну, можно тоже много. Кто-то говорит, до миллиона можно рублей заработать. Вот когда я смотрю на богатых людей, то они много говорят, что эфириум покупают. Криптовалюта раньше, потом эфириум рос. Потом коин. Но коины популярные, именно богатые люди не рассказывают, что покупали коины и стали богаче. Значит, криптовалюта есть смысл влаживаться в новую валюту. Купите 100 валют, криптовалют, 10, 20. Именно куда вы верите. Но из них внезапно вырастет. Сейчас она на нуле, потом вырастет. Это инвестиция в нее. Если покрутить пониже, там самые низкие акции, где аналитика сначала так вот 0, может быть, хотя-нибудь 0, хотя бы будет 10% или просто 10 долларов стоит акция, да, потом 20 долларов вверх, потом 5 долларов упадет, до 0 не падает, до 11 могла бы упасть один раз, такая статистика, потом 20, вау, если вы получили бы, купили за 1 доллар 100 акций, то вы за 100 акций продали бы за каждый по 20 долларов. И уже было бы лучше в 20 раз больше. Вот так вот. Если вы инвестор или трейдинг, лучше было так вот. Но трейдинг тоже рекомендую попробовать. Но он опаснее, чем то, что я вам сказал. Очень эффективный такой способ, чем трейдинг. А трейдинг опасная штука. Согласен с этим. Это типа того, новый секретный способ, но для этого нужно время и следить за этим, увлекаться. Это как на ставках. Мы даже снимали ролик про ставки. И там так же само. Воровать стоит. Криптовалюта. Вам вроде все рассказал. Если что-то и не дополнил, напишите в комментариях. Я вам отвечу. И дополню. Вот. Где нет рисков, это именно туда, депозитах так нет, криптовалюта именно туда, вот фонд акция лучше, потом дальше втором я занимаюсь криптовалютом, именно такой не короткий срок не выбираем, выбираем долгий срок на 5 лет именно по криптовалюте, про акции, то это хороший способ вложить в нее деньги. Есть еще такой риск, а правда, что заберу деньги с интернета, с кошелька. Ого, видели? Они такие большие были самолеты. Вау, это как... Да, я вам, жаль, не показал. Они даже были больше, чем птица. В 10 раз. Я на 10. И все, они пропали. Значит, они быстрые. Если они были дальше, то были бы заметны. Так что, ох, нас тут летает самолет. Было бы клево, если бы заснял, да? И напишите в комментариях. Надо было заснять, и вы бы видели, вот честно. Вон они там были. Вот, смотрите. Выше деревьев. Как вам это показать? Как выше летающий змей. Летающий змей в большем. Летающий змей такой маленький, а самолет крылья огромные, чем туловище. Крылья огромные. Ну, это уже другая тема. Ну, это было классно, слушайте. Наверное, закончен этот ролик. Жаль, что не записал. Ну все, их нет, уже не слышно. Вот если я бы разобрался на крышу, мы бы их не видели. Вот честно, все.
Все, они улетели так быстро. Что случилось? Что происходит? Всем удачи и всем пока. Очень интересная история. Если хотите, чтобы я списал самолет, как пролетает очень быстро. Я думаю, никто так еще не делал. Делали только когда на аэропорте. А у нас такого никто не делал. Так что всем удачи и пока. Всем привет, меня зовут Макс Резкий. Итак, я расскажу, что лучше инвестировать. Куда инвестировать? В криптовалюту или же можно в акцию? Ставки. У нас будут три вопроса. Криптовалюта, акция, ставки. На что первое место, на что второе, на третье место. Вот, насчет ставки. Это компания. Явно тут влаживать нужно больше. Пока есть приоритет номер один. Криптовалюта тоже сейчас упала. Вот именно токены. Подобавляли кучу токенов, поэтому рост всей криптовалюты на рынке, фондовом рынке, фондовый рынок, то сейчас он вырос. Поэтому сейчас на первом месте стоит криптовалюта, как я понимаю. Ставки. Насчет ставок тоже поднялась. Я уже снимал ролики, видел, что да, некоторые поднимали. Показывали даже, как поднять ставки. Смотрел некоторые видеоролики, я их не пробовал. Потому что я вам не рекомендую, если у вас нет бюджета. Огромный бюджет нужен. Поэтому это хай занимает ставки третье место. Самое главное, вам нужен бюджет больше. Тогда можете рисковать и попытаться на ставках поднять. Я уже ролик записывал по данной теме, можете найти. И в принципе узнать. Так, фондовый рынок, криптовалют. Давайте нам про криптовалют вернемся. Токены выстрелили. Вот, они продержатся так долго. Биткоин может продержаться. Ведь есть новое обновление биткоина. Создают официальные кошельки, там всякое. Добавляют трейдинги с одним биткоином. Как трейдинг в акции, то же самое. Криптовалюта хочет занять акции. Вот как-то так вот. Или первое, или второе место. Они прям бьются. Кто сильнее, акции или криптовалюта? Пока есть мощная, мощная акция, конечно же. Это же компания. Вложить, например, Google компанию. Но Google она стабильная, так что долго вы не наберете много денег. Ну, криптовалюта тоже есть стабильно. Ну как стабильно? Она сейчас падает, растет. Акции только немножко падают, немножко растут. Если вы любите за безопасность, вот когда я вложил криптовалюту, покупал биткоин, мне было страшно. Немножко. Да, я в минус вошел. Да, когда создал свой кошелек, когда вложил, там был минимальный с минимум. Покупок это 1000 гривен. Я их купил, сразу нажал галочку автоматически. Я вам это показывал пример. Вот, и купил биткоин. И проиграл, конечно же. Тут на долгосрочной перспективе. Ведь там еще автообменник как-то меняется. А вот в акциях, так я еще не экспериментировал в акции. Но слыхал, что очень хорошие акции. Вот если был бы у меня такой шанс. А, да, если был бы хотя бы у нас в стране такое, то было бы прикольно. Если вы знаете, если я не гражданин России, то я могу как-то в акции зарегистрироваться. Или мне нужно с кем-то договориться. Вот напишите в комментариях, кому не жалко со мной в Тинькофф банк. Для эксперимента роликов. Я там ничего не вложу, все нормально. Просто для эксперимента. Показать вам вот и все. Да, на этом я зарабатывать, наверное, не буду. Просто покажу, как правильно делать. Снимаю ролик тоже по этой теме. Пока есть первое место акция, второе криптовалюта. Почему криптовалюта не на первом месте? Ведь я пробовал, мне страшно за них. Ну пробуйте, все вроде варианты, конечно же, но насчет третье место ставки опасно. Вот я лучше отстранить, так как максимальный риск
Рискнуть по ставкам. Две лица удачи 50 на 50. Так, 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 так. Если, конечно, фанат, например, какой-то команды. Там есть ставки на футбол, ставки на баскетбол, на волейбол, на хоккей. Хоккей, ну да. Остальные виды спорта. Вот. Например, выход, наверное, в баскетбол, видите, футбол, что там только мячом бить, но там больше и минуса больше. Если прям хотите уже ставки, то баскетбол пробуйте. Ведь некоторые профессионалы тренируются там тяжелым мячом, некоторые тоже, и никто не может, как на футболе. Я сейчас 3 минуты стану сильнее. А в баскетболе такого, возможно, не может быть. Возможно, если будете ставки ставить на баскетбольном спорте, то вы сможете немного подзаработать. И у вас будет три сферы. Акции, криптовалюта и ставки. И вы можете даже ставки. А если вы берете футбол, возможно, будет и плохо. Лучше попробовать все. Так нужен огромный капитал. А если у вас нет денег и нет капитала, я уже записывал данный ролик. Можно найти на канале. Да. Вот, если хотите, то я вам скину в комментариях ссылку. Так, если попросите. А то я когда буду это монтировать, мне нужно еще превьюшку сразу продолжать. А еще учеба и всякое такое. А еще автошкола тоже. И так дальше. Мне нужно самое главное это все сделать. Вот, до конца года. И нет времени на это. Поэтому пишите, возможно, отвечу. Ну, конечно, отвечу в комментах. Зайти. Тын-тын-тын-тын. Сейчас на YouTube. Значит, все. Всем удачи, всем пока. Вот три сферы. Пока.